В ближайшее время будет проведена проверка пляжей сотрудниками ГИМС на предмет оборудования территории шезлонгами, зонтами, а также по наличию спасателей. Купальный сезон продолжается, а вот развлекательные плавсредства и парашюты работу закончат. Также с набережных должны исчезнуть электрокары и скутеры. Все это в целях обеспечения безопасности гостей, которые приедут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Напомню, планируется приезд более 50 тысяч человек из 92 стран. Также Олег Ясюк отметил важность готовности средств размещения. Это 31 отель и гостиницы в Эмеретинской низменности в Адлерском районе. Их проверкой занимаются аккредитованные организации. Не только размещение, важно и обслуживание и в ресторанах, и общепит, и торговля. Поэтому мы должны во всей красе показать наш город. Это объекты показа, это наши чистые улицы, это наше озеленение, ну и, конечно, гостеприимство. Во время подготовки к Всемирному фестивалю молодежи применяется целый комплекс мер, среди которых также особую важность представляет санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте. По сравнению с другими регионами в Краснодарском крае она в норме. Связано это с проведением своевременной вакцинации от гриппа. Сейчас в Сочи привито более 40% населения. Не бойся, совсем